Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Сегодня хочу поделиться с вами интересными мыслями, случайно, спонтанно возникшими в моей голове. У меня там накопилось немножко комиссии партнерской в Докоскопе. Мы совсем недавно начали более-менее там хоть как-то активно работать по Форексу. Открылись у нас уже первые реальные счета. Вот там накопилась какая-то небольшая комиссия, буквально $180. Ну а так как я, собственно, ну не знаю, что-то какая-то меня такая пробила мысль интересная. Ну давай попробуем, а как будет робот работать на маленьких счетах? Потому что, конечно, если вы спросите меня, с какой суммы надо открывать счет в Докоскопе, ну конечно, это с $5000, во-первых, с меньшей цифрой в Швейцарии вам счеты не откроют, да? Но, ну, у меня как бы свои условия, то есть я же там как бы как партнер, но думаю, давай попробую с этой комиссией, реальный счет есть, ну, включу этого робота. И был удивлен достаточно ситуацией. Смотрите, вот что он делает. Это реальный счет, он соединен с, то есть таймора, вот она отсылает, размещает ордера, видите, и отсылает их, соответственно, на счет в Докоскопе. В Докоскопе это выглядит примерно таким образом. Если сейчас вот мы по еврофунту размещаем ордера, видите, вот открылся, евро-доллар открылся, да? Давайте я вам покажу, соответственно, график евро-доллара, как это выглядит в Докоскопе. В Докоскопе это выглядит вот таким вот образом. Вот это график Докоскопе евро-доллара, да? Видите? А это график, вот эти ордера показаны здесь, а это графики, собственно, наши. Тайморовские. У нас есть специальный аккаунт-хендлер, так называемый, который соединяет таймору. Вот он показывает, что все в порядке. Когда он горит зеленым, значит все в порядке. Я его здесь закреплю. Вот идет пересылка ордеров непосредственно с Таймора Pro. Идет отправка на Докоскопе. Вот это терминал JForex в Докоскопе, видите? И вот он тут отмечает даже, где мы входили, где мы выходили и так далее. Здесь полностью работа идет автоматическая торгового робота, нашего торгового робота. И вот что он нам, собственно, наторговал. Конечно, здесь минимальные лоты, вход по единичке. Единичка в тайморе – это 0.201 в Докоскопе. Это самый минимальный их счет. Давайте посмотрим на статистику. На данный момент это уже почти $9, да? А счет-то всего на 180. 9 делим на 180 и получаем 5% на минуточку. Да? Ну, это даже не так важно, что там он набил уже 5% буквально за какое-то там время, за утреннее европейское время, да. Важно то, что это, ну, я бы никогда не поверил, что в Швейцарии можно работать с роботом на счете $180 и получать хоть какую-то прибыль. Ну, это фантастика просто для меня. Понимаете? Сейчас я вижу, что это возможно и не обязательно, собственно, моим предложение озвучивать такие цифры. Но если мы можем делать это на счете, скажем, $180, то вы очень легко и спокойно, не напрягаясь, можете это делать на счете в $5000. Причем в том же Докоскопе вам открывают, сразу же предлагают два счета. Первый счет — это счет реальный, и второй счет вам предлагают открыть сберегательный счет. Если вы хотите, то прибыль с вашего реального счета будут перечислять на счет сберегательный ваш, да? То есть таймора полностью готова, можете использовать Докоскопе, включать, можете его не включать. Ну, у меня на втором мониторе этот счет включен. Сейчас я покажу, вот как он выглядит, просто чтобы вы понимали, что я тут не басни рассказываю. Вот этот реальный счет. Это я сейчас уберу отсюда уже. И вот мы видим, вот 180 с утра было, да, цифра. Сейчас 188.93. Это полный автомат. Я еще успел в кинотеатр съездить. Сейчас идет фильм «Росомаха». Вот сегодня посмотрел его, кстати, рекомендую, хорошая штука. В общем, не боги горшки обжигают, и если у вас есть реальное желание поработать, вот наш торговый робот, мы предлагаем его сейчас уже на продажу для рынка Форекс и для рынка акций. На акциях немножко сложнее, для Форекса чуть-чуть попроще. Заходите в стратегии, вот стратегии Форекс, и здесь у нас есть стратегия 5-Minute Trend Reversal, это, собственно, она и есть, работа с волатильностью, сбор волатильности. Да, хочу немножко сказать, что, конечно же, вам нужно будет ограничить watch-лист, с которым вы работаете, да, то есть в чем петрушка, почему он не сливает сейчас, потому что я не работаю с полным листом, на котором работают, скажем, ребята, у которых реальные деньги, там десятка лежит и так далее. Вот я создал специально маленький watch-лист конкретно по евро. Видите, даже какая-то здесь экзотическая валюта, я посмотрел просто, что она недорогая. И вот он просто собирает эту волатильность, как показано вот здесь. Вот это
конкретный график, как это было. Видите, продажи здесь, закрыл плюс здесь, да, потом купил здесь и так далее, продал здесь. Все очень просто. На волатильных парах, которые 90% времени, собственно, никуда не двигаются, эта стратегия работает идеально, как вы, собственно говоря, видите сейчас своими глазами, как это происходит в режиме реального времени. Собственно, это все, что я хотел сегодня показать. Удачи, всего самого наилучшего.